Позиція США щодо заборони бити американською зброєю по території Росії лишається незмінною. Про це сказав речник Держдепартаменту Меттью Міллер. Журналісти запитали в нього, чи помиляються всі ті союзники Вашингтона, які виступають за дозвіл Україні бити західною зброєю по Російській Федерації. На що Меттью Міллер відповів, цитую, «Ми не заохочуємо та не забезпечуємо можливості для ударів за межами кордонів України». От ось така інформація. Давайте її обговорювати з Юрієм Рашкіним. Він є депутатом окружних зборів округу Рок штату Вісконсін. Пане Юрію, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю вас. Спасибо за приглашення. Слава Україні. Героям слава. Дякуємо дуже. Героям слава. Скажіть, будь ласка, чому Україні зараз не дають можливості використовувати американську зброю по об'єктах на території Російської Федерації? Як це вам видно, от якраз людині, яка знаходиться по інший бік земної кулі? Как это выглядит из Соединенных Штатов? Два фактора. С одной стороны, мы видим, что президент Байден раз за разом любит строить коалиции. И он любит быть последним заключающим членом коалиции. Если сейчас мы видим заголовки, что Байден остался единственным, кто не дал разрешения еще бить своим оружием по России, то это именно там, где мы хотим находиться перед тем, как Байден даст на это согласие. Потому что теперь он будет решающим, последним голосом в этой цепочке. Но мы об этом не узнаем тогда, когда это произойдет. Потому что это военное решение, война, и поэтому даже тогда, когда мы это будем еще обсуждать, это уже будет Россия уже будет ощущать результаты того, что происходит. Но это движется в ту сторону, по крайней мере, с этой стороны. С другой точки зрения, есть фактор опасности Украины. Потому что та невероятно опасная затяжка, которая произошла в Вашингтоне, на месяцы и месяцы, когда не голосовалась помощь Украине, это сыграло определенную роль, и теперь ситуация Украины ухудшилась. Это признается всеми, кто, значит, говорит о том, что когда же будет следующая ступень помощи больше и разрешение бить по России. Поэтому тут две стороны одной монеты. С одной стороны, мы хотим услышать, что США дают разрешение бить по российской территории, а с другой стороны понимаем, что это отражает опасную ситуацию на поле боя. С другой стороны, перед Байденом стоит два главных было решения перед ним. Это был вопрос дать разрешение, добро, как бы выберите любое слово, которое вам нравится, чтобы Украина могла бить по России. Потому что получается, что ведь Соединенные Штаты тут в каком-то смысле являются ответственными. Они дали разрешение. Это еще не война между США и НАТО и Россией, но это США, уже приближающиеся к полю боя. Президент Байден только что выступил на graduation, на окончании выпускного военной академии, и он говорил о том, что он хочет, чтобы ситуация не менялась, чтобы наши военные не попали в Украину. Это не является его целью, он об этом говорит нашим молодым военным. Значит, нужно делать все остальное, что нужно для того, чтобы Украина могла победить без американских военных, и разрешение бить по России является важной ступенью, чтобы дать Украине отстоять и победить. А таке питання, скажіть, будь ласка, коли буде прийнято це рішення, якщо воно буде прийнято Джо Байденом, що стане фактором, який призведе до такого рішення? Факторы будут по ситуации на поле боя и то, что остальные факторы, которые знает разведка, которые не знаем мы. Нам нужно понимать, что приоритет президента Байдена и его администрации – это чтобы Украина победила. Поэтому после этого мы можем не соглашаться с хирургом по поводу того, как проводится операция. У нас демократия, люди имеют свои мнения, любой, вот даже, возможно, преступник может избираться президенты. Но это не означает, что у нас
нас есть вся информация, которая есть у президента. Поэтому он использует ту информацию, которая ему нужна, но он хочет победы Украины. Поэтому я в каком-то смысле нервничаю, когда я вижу, что передается все более агрессивное оружие, потому что я не знаю ситуации на поле боя. Но мне это в каком-то смысле говорит о тревожности ситуации. И карты, которые вы показываете, конечно, это отражает. Но, тем не менее, понимаете, это ведь сделка, которую сделал Запад с Украиной. И Украина, Запад поставляет оружие, и мы видим, как это само по себе оказалось непросто, но Запад продолжает выполнять свои функции. И очень важно, что Украина и украинские бойцы видят это понимание, то, что Запад будет продолжать, и президент Байден, и Америка продолжают поддерживать Украину. И в этом договоре, в этом партнерстве каждый должен выполнить свою важную задачу. Поэтому сейчас важная задача для Байдена еще донести до украинцев, что он действительно намерен и заинтересован в победе Украины. Поэтому он это говорит все чаще и чаще, и важно, потому что многие все равно этого еще не слышали и не верят в это, а это действительно то, что он хочет. Потому что Байден считает, что лучший способ сохранить баланс и не сражаться за Тайвань и не влезать в большую войну с Китаем, это чтобы Украина победила Россию сейчас. Это имеет смысл для Америки на многих-многих уровнях. Поэтому тут нет никаких вопросов, почему это ему это важно. Появляется его, так сказать, оппонент, который продолжает метать и, так сказать, стенать и сидеть на скамье подсудимых. Но пока что у Байдена есть, продолжают все шансы продолжить эту политику еще 4 года. Но это партнерство, в котором, это, как сказал Рональд Рейган, для того, чтобы танцевать танго, нужно двое. Дивіться, але ви згадали про те, як реагують бійці. Ми сьогодні говорили з бійцем на позивний «Дід» з харківського напрямку. От він говорить, у нас є зброя, ми знаємо, куди бити, щоб перестали по нас стріляти, але це на території Росії, і ми не можемо нічого зробити. Росіяни стріляють, а ми нічого не можемо зробити. Бо нам не можна. Да, потому что американский главнокомандующий и президент считают, что если это решение будет сделано безответственно по его стандартам, то это может привести к ядерной войне, при которой весь мир может быть, планета может быть уничтожена. Потому что мы уже находимся в той ситуации, когда ядерное оружие не используется хорошими ребятами. Ядерное оружие теперь является только угрозой от террористов, от диктаторов, потому что что сказали Путину, почему мы теперь, так сказать, американские военные были уверены, что Путин не будет наносить ядерного удара, потому что ему сказали, если ты это сделаешь, то мы уничтожим конвенциональным, обычным оружием все российские войска за пределами России. Тут уже мы возвращаемся к границе 91 года. И эта угроза сработала. Но, тем не менее, мы не хотим, как Соединенные Штаты, это видно по этой администрации, она не хочет, чтобы наши военные воевали, чтобы мы могли, администрация хочет предотвратить войну. Но это означает дать Украине разрешение бить по российской территории. И я думаю, что мы находимся буквально в днях от этого решения. Просто потому, что когда мы обсуждаем такие решения вот в таком градусе, они обычно уже не за горами. А як вважаєте, передвиборча кампанія, яка зараз триває, по факту в розпалі в Сполучених Штатах Америки, може якось драматично вплинути на підтримку Сполучених Штатів Україні і в тому числі на прийняття такого рішення? Вы знаете, я только что вернулся из Нового Орлеана, там болото, swamps, крокодилы, и вот очень мне это напоминает нашу американскую политику, потому что мы тут застряли в этом болоте до ноября. В принципе, всем понятно, кто за кого. Единственный вопрос, кого будут ненавидеть меньше. Потому что сейчас будут эту грязь давно выливают на Байдена и на Трампа. И Байден никуда не уйдет, и Трамп никуда не уйдет. Трамп будет избираться хоть из тюрьмы, у него другого выбора нету. Поэтому мы имеем то, что имеем. И вот в этой застрявшей ситуации от нас ожидается, что мы будем терпеть это еще 6 месяцев. Посмотрим. Люди, в принципе, начинают игнорировать политику, потому
потому что ничего не происходит, просто обмениваются такими обвинениями и так далее. Но внешняя политика, как правило, не играет решающей роли на выборах. Поэтому то, что произойдет, то, как американцы будут считать и думать об американской экономике, об американской демократии, о правах женщин в конце октября этого года, сыграет решающую роль на выборах в США. Дякуємо вам дуже, пане Юрію, і дякуємо. Ви нас фактично обнадіяли зараз. Сказали, що це питання декількох днів. Будемо дивитися. Юрій Рашкін, депутат окружних зборів округу Рок, штату Вісконсін, зі Сполучених Штатів, був у нас наживо. Ще пан Юрій сказав, що Байден не хоче, щоб його військові воювали на фронті в Україні. Ми теж насправді не хочемо, але, на жаль, реальність інша.